Отмечая 120-летие профсоюзного движения Беларуси, отдаем дань уважения людям труда, тем традициям, которые были заложены и до сих пор передаются из поколения в поколение. Все готовы к празднованию, к отдыху, как изначально, когда-то еще в свои времена это называлось «Мир, труд, май». И в преддверии этого праздника мы начинаем перечень мероприятий, где люди смогли бы отдохнуть. У нас 1 мая будет также открыт городской парк культуры и отдыха. Мы, белорусы, уже научились трудиться. А праздник 1 мая в Беларуси так и называется праздником труда. Но сегодня самый главный труд – это работа над собой. Для того, чтобы не оставаться равнодушным, для того, чтобы быть успешным и для того, чтобы каждым шагом, в каждый день переносить пользу и себе, и нашему государству. Это заложено в концепцию национальной безопасности. Если мы это будем помнить, значит, будущее у нас есть. 120 лет, может, для всемирной истории это лишь мгновение. История профсоюзного движения Беларуси и нашего города. Профсоюзная организация – самое крупное общественное объединение в стране. И неважно, возраст, профессия, мы сегодня рады видеть всех и хотим уделить внимание любому человеку. Не зря у нас сегодня проходит выставка. Каждый пожелал, кто пожелал, тот сумел принять участие, людям показать какие-то работы. Наши профсоюзы не только работают, но и они, члены профсоюза, активно отдыхают. Они активны во всех мероприятиях, которые проводятся в городе. Команда профсоюзных лидеров всегда вместе, в труде и в празднике. Майское торжество имеет отношение к большинству пенчан, ведь каждый так или иначе вносит свой вклад в улучшение жизни города. Если честно говоря, неожиданное доверие коллектива, потому что только сегодня узнал, что заслужил такого доверия. Ну, приятно, конечно. День труда – хорошая возможность прийти вот на такое мероприятие, посмотреть на других отличных работников из своей сферы и не только, побывать на концерте, получить великолепные эмоции. В Беларуси труд – ценность. К празднику чествуют лучшие коллективы передовиков производства и отличившихся в своих сферах сотрудников. Мне очень приятно находиться на таком мероприятии, очень приятно получать награждение также. Спасибо за грамоту, спасибо за поздравления, очень приятно. После церемонии награждения артисты и танцевальные коллективы дарили гостям праздника только хорошее настроение. Первомайское торжество объединило пенчан.